Я приветствую всех любителей футбола. С вами Дмитрий Гамбоев. Вот что вы увидите в четвертом выпуске Лиги чемпионов. Первое поражение Байкала и первая победа БГСХ. Расскажем о результатах матчей чемпионата Бурятии. Селинга скорее жива или нет? О прошлом, настоящем и о том, есть ли будущее у главной команды республики. Интервью с футбольным обозревателем Анатолием Карповым. 200 команд и почти 2000 участников и зрителей в Улан-Удэ прошел очередной масштабный праздник футбола. Начнем с матча между Байкалом и БГСХ. Ранее футболисты сельхозакадемии не выигрывали у своих более опытных соперников, но в этот раз просто разгромили. Первый тайм закончился со счетом 2-0. Во втором Байкал отлетал один мяч, но в итоге пропустил еще два. Стоит отметить, что у Байкала ворота защищал полевой игрок, а также не смогли помочь своей команде ведущие игроки Владимир Золотарев и Валерий Лиханов. Однако и без них у Байкала моментов для взятия ворот было много, но все они были упущены. Итог 4-1 в пользу БГСХ. Вот обзор матча. Получается, получилось то, что, ну, как задумывали, то получилось. Поэтому результат 4-1. А что задумывали? Ну, играть в прессинг и в контроль мяча. Выходить на быстрых контратаках и забивать. Это первая победа над Байкалом? Да. В этом сезоне, да. Ну, планы в целом у вас, у команды вашей на сезон? Быть в призерах. Хотелось бы отметить, что если у БГСХ, как и у многих других команд, после матчевого интервью игроки дают как после поражений, так и после побед, то у привыкшего побеждать Байкала после проигранного матча уделить минуту внимания болельщикам и телезрителям, по всей видимости, сил не нашлось. Очередной гость нашей рубрики «Интервью» – Анатолий Карпов, известный в республике футбольный обозреватель, а также многолетний член Президиума Федерации футбола Бурятии. Профессионального футбола в республике нет. То, что есть любительский футбол, и он в целом, можно сказать, ну, развивается. Но это все-таки любительский футбол. Это футбол больше для отдыха, для времяпрепровождения, для статистики, возможно. Но у нас нет футбола для того, чтобы для роста мастерства, профессионального мастерства, для того, чтобы увлечь любителей футбола, увлечь их игрой, привлечь их на стадионы, для того, чтобы наши спортивные функционеры, республиканские власти больше думали о том, что как действительно сделать что-то такое полезное и для спортсменов, чтобы они действительно росли в мастерстве. И чтобы этот спорт был не только просто для галочки. Провели какое-то соревнование, вывели достаточно большое количество спортсменов на поле, на стадионы, и потом вот радостно об этом отчитались. Мы все-таки должны видеть прогресс, определенную динамику роста. И самое главное, чтобы и тренеры, и спортсмены, они тоже чувствовали стремление к повышению своей результативности, к повышению своих индивидуальных, командных результатов, турнирных результатов. Это конкуренция, это борьба, это всегда действительно определенный рост. Футбол – это социальное явление, это не просто какая-то игра вот для интереса, но это действительно большое, культурное, спортивно-массовое мероприятие. В том числе оно имеет отношение и к политике, и к экономике.
Ведь многие люди даже и не знают о том, что вот у нас футбол, практически профессиональный футбол в Бурятии, он зародился в 1958 году, когда у нас наша команда впервые начала выступать в первенстве страны по футболу. И среди ее соперников были команды практически всех крупнейших городов Сибири и Дальнего Востока. И вот практически с 1958 года до 2004 года наша команда с определенным переменным успехом, с различными результатами, но тем не менее стабильно выступала в таких всероссийских и всесоюзных турнирах. А сейчас у нас нет команды. Футбол у нас в Бурятии, скажем, официально закрыли в 2004 году. И то, что сейчас команда играет только на любительском уровне, это, конечно, и понижает и интерес к турниру, это, собственно говоря, нет определенной мотивации, стимула к росту дальнейших результатов. К сожалению, у нас, я просто спокойно могу об этом сказать, республиканские власти на самом высшем уровне, они потеряли интерес к футболу, они не хотят им заниматься. Они просто готовы удовлетвориться только тем, что да, у нас есть какие-то определенные стадионы, у нас есть спортивные площадки, у нас можно играть в мини-футбол. Собственно говоря, для этого не надо вообще никаких условий создавать, потому что мы в любом спортивном зале можно играть в футбол. Этого вполне достаточно. А зачем нам профессиональная команда, зачем нам думать о повышении спортивных результатов? Это когда-нибудь потом. Все ссылаются опять на знаменитую фразу, которая в последние дни стала особенно знаменитой. Денег у нас нет. Поймите, денег никогда их не было достаточно, наверное, много. Но давайте вспомним хотя бы послевоенное время. Что, так много было у страны денег? Но тем не менее, в 1954 году сборная республики Бурятии отлично выступала на всероссийских и всесоюзных турнирах. Хотя тогда не было еще профессиональных футбольных турниров, но наша команда была одной из сильнейших на Дальнем Востоке. Но эти люди оставили заметный след в истории футбола. Это ведь тоже очень важно, когда до сих пор многие люди помнят о наших ветеранах футбола, и они становятся кумирами молодежи, и они тоже содействуют и воспитанию молодежи, вот этому настоящему, реальному воспитанию молодежи, а не просто с помощью каких-то показных там соревнований. В продолжение темы расскажем вам о нашей действующей Селенге, о том, какие планы и перспективы у команды с нами поделились тренер и игроки. Для этого мы приехали на одну из тренировок. Вот вы, ребят, посмотрите, вы сразу пытаетесь этот мяч отобрать. Он уже ничего с ним не сделает. Он только развернулся. Поэтому попытайтесь вдвоем сблизиться настолько, чтобы загнать его в неудобную позицию, чтобы он остановился. Давай еще раз, пошли. Лево сразу, Ваня, лево, лево, встань влево. Вдвоем. Хорошо. Молодцы. По итогам прошедшего сезона у нас получилось так, что многие команды перешли в высший дивизион, высшая лига. Поэтому под вопросом стояло наше выступление в первенстве любительской лиги. Вроде бы согласие дали, Абакан и Минусинск. Три команды. Полноценного, конечно, сезона не получается, но мы готовимся. Команда у нас молодая, тоже амбициозная. Пока задачи ставим такие, чтобы выйти в третью лигу, лучший дивизион. Наша многострадальная Селенга уже сколько лет. Хотелось бы, чтобы все-таки когда-нибудь у нас появилась таки профессиональная команда. Мы все возможное и свои силы прикладываем, что можно делаем. Ребята многие после работы приходят, сразу же с работы едут, тренируются, все силы оставляют. Насколько сейчас можем, настолько играем. По составу больших изменений нет. Надеемся, что выступим достойно. В призерах уже обеспечен. Поэтому будем стараться. Все-таки надеемся, что на следующий год будет такая возможность через руководство республики попытаться через Министерство спорта убедить, что в республике нужна команда именно высшей лиге любительской. То, что мы играем, хотим показать, что нужно заниматься здоровым образом жизни, верить в свои силы. Футбол – это зрелище. Это привлечение болельщиков. И самое главное, я считаю, что это возможность для детей стремиться видеть профессионалов и стремиться к ним. Я сам в свое время на стадионе 25-летия октября ходил каждую неделю, смотрел футбол и болел, просто хотел играть за Селенгу.
И думаю, что очень многие дети в Бурятии, они будут просто гореть с такими глазами, ходить тренироваться и мечтать играть в этой команде. Как бы это, я думаю, самый главный позитивный момент. Мы же все пытаемся восстановить наш бурятский футбол, так сказать, реанимировать и привлечь сюда болельщиков. Вот даже та команда красноярская, которую играли мы на Кубок, реставрация, это, можно сказать, по подбору игроков, они, команда бы во второй лиге нисколько не потерялась. Ну, естественно, уровень какой. К этому уровню нужно стремиться. Только пройдя через такие игры, мы своих ребят можем обкатать и показать, что такое, к чему нужно стремиться. Ну, много стало трибунных болельщиков. Им огромное спасибо, то, что приходят, поддерживают нас. Их поддержка очень, ну, важна, такие вот матчи вот домашние. Ну, для болельщиков, конечно, им очень будет интересно. Даже и вот, игры показали, даже и в первой лиге мы играли. Болельщик соскучился по большому футболу. Он всегда был. Поэтому надо привлекать. Имея такой стадион, когда команды приезжают, они просто удивляются, что в республике нету команд. Для этого нам нужна профессиональная команда, для этого нужны финансовые вложения и люди, которые бы этим занимались. Все, давай, пошли, работаем. В нашей благотворительной акции «Гуд Лимон» в помощь детскому дому «Ровесник» на покупку спортивного инвентаря эстафету приняли играющий тренер команды БГСХ Александр Рубашкевич, Анатолий Жамьяндабаев, игрок команды «Согласие», Алексей Лапсанов, игрок команды ПФР, игрок «Селенги» Андрей Белобородов, Жаргал Ламбаев, представитель экипировочного центра «Эгида», баскетбольные тренеры Сергей Аканин и Вера Воронина, КВНщики из «Харамарин», «Аюрбат» и «Чимит Джамьянов». Условия простые: съел лимон и сморщился — с тебя 1000 рублей, если нет, тогда на свое усмотрение. Принимаю эстафету от Анны Зуевой. Принимаю эстафету от Александра Сахинова. Принимаю эстафету от Бато Циренова. Я принимаю эту эстафету от Чингиса Болотова. Тест-бол не бери! Принимаю эстафету от Анны Зуевой. Помощь детского дома «Ровесник». Помощь детскому дому «Ровесник». Помощь детскому дому «Ровесник». В поддержку детского дома «Ровесник». В помощь детскому дому «Ровесник». Играйте в футбол. В помощь детскому дому «Ровесник». В помощь детскому дому «Ровесник». Друзья, играйте в КВН, занимайтесь спортом. Это здорово. Отметим и тех, кто не смог прийти, но перечислил по 1000 рублей. Это баскетбольный тренер Андрей Аканин и тренер футбольного клуба «Дорожник» Сергей Мадасов. Еще несколько участников эстафеты не смогли прийти, но пообещали съесть свою порцию лимона на следующей неделе. Это игрок команды «БАД» Булат Дашиев, игрок «Байкала» Александр Протасов, голкипер команды «Магнаты» БГУ Михаил Николаев, Андрей Шитин, судья Федерации футбола Бурятии, игроки «Селенги» Сергей Бельков и Андрей Рахмутулаев и президент Ассоциации любительского футбола Бурятии Дугар Санжицибиков. В турнире по футболу среди дворовых команд на стадионе школы номер 49 участвовало 250 команд. Впервые на дворовое мероприятие пришли 3000 неравнодушных к спорту людей. Все команды играли в 5 возрастных категориях. Футболисты сыграли более 300 матчей. Игры начались с 10 утра и продолжались до 9 вечера. Как говорят специалисты, на поле сейчас около 2000 футболистов, спортсменов, любителей футбола. Они пришли сюда, на 49-ю школу. Впервые мы, кстати, сюда затянули. Раньше мы проводили на центральном стадионе, сейчас решили поближе к дворам, поближе к людям, потому что это кубок среди дворовых команд. И я думаю, наверное, это правильно. Люди должны быть ближе к футболу, к спорту, и надо все-таки вот такие мероприятия чаще проводить. Ну и не стесняться выходить, играть, заниматься спортом. Все участники турнира сегодня получат обязательно кока-колу, а также они могут принимать участие в наших мотивационных площадках, и за них они могут получать призы, конечно же, от компании кока-кола. Каждый хочет победить, мы в том числе.
Ну вот вы девушка и играете, я как понял, голкипером, да? Как вам это? Я хорошо стою голкипером, и команда у меня хорошая. Мы дворовая команда из Бурвода. Там на таких уровнях турниров мы первый раз на таких турнирах. Там тут весело, наверное, будет. Думаю, мы зовем какое-нибудь хорошее призовое место. Турнир стартовал с матча открытия команды КВН «Харамарин» против сборной Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия. Матч закончился в ничью со счетом 2-2. В категории 18+ победила команда «Улан-Удэ Сити», обыграв в финале «Сталкер». Среди футболистов 2001 года рождения третье место заняла команда «Яравна», второе – дворовая сборная «Тулунжи» и первая – «Селенга-1». Среди женских команд победила команда «БГУ». На этом я с вами прощаюсь. Смотрите «Лигу чемпионов» в следующую субботу в 19:00. Повторы программы можно увидеть в воскресенье в 14:30, в понедельник в 7 утра и в 12:30, и во вторник в 15:00. А также на сайте нашей телекомпании и сайте Ассоциации любительского футбола Бурятии. Детский футбольный клуб «Мадрид» проводит набор детей с 4 до 8 лет. Тренировки проходят с испанским подходом, включая в себя перечень упражнений, направленных на развитие ловкости, координации движения, гибкости, а также умение владения мячом вашего ребенка. Испанский подход подразумевает то, что обычные упражнения или эстафета могут превратиться в увлекательную игру или битву между фиксиками и смешариками, тем самым вовлекая детей в тренировочный процесс. Для закрепления полученных спортивных навыков детский футбольный клуб «Мадрид» постоянно проводит турниры. Приходите на первую бесплатную тренировку. Подробности узнавайте по телефону. Звоните прямо сейчас. Десятый международный турнир по пляжному футболу «Кубок Байкала». С 19 по 24 июля озеро Байкал, местность Лимасово. Играют команды Сибири, Монголии и Китая. Суперлига, а также ветеранская лига от 40 лет и старше. Призовой фонд 1 миллион рублей. Партнер турнира – Улан-Удэнский авиационный завод.